בעזרת השם סיבודניה, מי פגברים נעדנת ימה שאתה מניע נעות שן... את המניע עוד שן בולנה, עוד שן בולנה, אפסק דן היתר אז גבר ביום. את המניע עוד שן עוד שן... ונותרי את המניע כגרית, מניע עוד שן בולנה, שאתה תקיב יש עם מידי אליים, איני פנימיים, עם איני וינבתי. יהיה סיבודניה חדשו תול כאן את התאמה רז גבר ואת. לפפרסיל את מוי פעמות שני כשאתה מניע בודת распечатат это письмо и с Бога помощь, мы этот урок сделаем сегодня на это письмо, конечно, что я этот еврей, его имя Хас ве-Шалом не скажу, но мы будем на эту тему разговаривать сегодня, я хочу вам это письмо почитать. Шалом, раввин, и то дальше есть вещи, что он написал на нас. И он пишет тут: в шаббат вечером, извините, что я не соблюдаю шаббат. И тут еще много информации, что он пишет на себя и туда-сюда. И тут он начинает рассказать, почему он мне пишет это мейл. Рав, ночью в шаббат я видел сон. И все не видел мой отец. Мой отец уже не живой. И очень тяжелый сон. И еще пишет много-много вещей тут. И дал нам вопросы. Почему так? Я уже 3-4 дня не могу спать после этого сона. И всегда этот сон у меня внутри, в душе, в мозге, в сердце. Что я неправильно сделал? Когда еврей читает такое письмо, это нелегко. Когда еврей пишет такое письмо, это тяжелее на 1000 раз. Это нелегко. И с Бога помощь, сегодня урок будет на эту тему. И это нелегкая тема. Но кто это будет починить? Будет сделать отдых? Будет сделать покой? Для наших родителей, если они еще живы, Барух Ашем, если уже они не тут с нами. Это урок для каждого отсюда. Я вам желаю, что Барух Ашем, ваши родители, у них здоровье нормальное, у них счастье, любовь, покой, понятие. Но я знаю тут такие, что у них уже мама или папа, нету в этот жизнь. И этот урок будет для всех, для всех души израильские, еврейские душа, что они уже не с нами, что они уже не могут чинить их ошибки. Но мы, да, мы можем чинить их ошибки. Написано בתורה, для чего родители так хотят сильно дети? Почему? Написано один от три, что он как будто он умер, как будто он живой. Это один, что у него нет дети. Так почему мы так сильно хотим дети? Есть такие, что у них дети есть, извините, как звери. Извините, собака лучше, чем они. Я знаю такие родители, что говорят, лучше, что он умер, лучше, что он умер, чем он так жил. Вы сам знаете сегодня, что есть дети, что выходят пьяны, наркоманы, с депрессией, что в этот мир есть немало проблем. Барух Ашем, что есть много проблем. И почему есть проблемы? Потому что Бог хочет, что мы стали близки к Богу, близко, чем сейчас. Близко на 1000 раз. И тут вопрос, почему мы хотим так сильно дети? Мы знаем, что у наших больших цадиким дальше были ребенок один такой, один такой. Так почему человек хочет дети?
потому что душа знает, что после, что мы уходим отсюда, они, это дети, может нас чинить. Написано, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, нету такой святой, нету такой צדיק, что он ошибки не делает. И кто это может чинить? Если мы делаем чува, мы можем это чинить. Но если есть какая-то вещь, что мы забили на него делать чува, наши дети, они могут это для нас починить. Это их не сила. Это наши дети. Написано, что дети, мы их принесли в этот мир, что они починили наши греха, наши ошибки. Если дети не будут это чинить, это хас ושלום, это плохой вещь. И иногда ты дети не учишь их как надо, и они что делают грехи, потому что ты их не учил как надо. И это его письмо, я вам не могу дать много информации, что там написано. И что там отец пришел на сон и говорит ему вещи такие тяжелые, что ты меня убиваешь. Ты мне каждый день убиваешь, там он пишет, что так ему папа сказал. Ты каждый день меня убиваешь. И этот сын, этот еврей мне пишет, что я не мог разговаривать, как будто на сон, в сон мой рот был закрытый. И там отец был такой нервный, у него был такой, он был такой злой. Что этот человек, когда мне пишет, он говорит, 3-4 дня не могу спать, рабин. Я вам хочу рассказать один вещь. Написано בקניגה מעיין הישועה, מעיין האמונה, ברוחות מספרות. написано в книге של רבי אהרון רטה, של רבי יהודה פתאיה. написано это весь историй такие, что они без конец, есть такие миллионы историй. написано там один красивая история и очень тяжелая, что один раз пришел отец в сон к его ребенок и сказал ему, слушай, что ты ждешь? Что ты ждешь? Уже 6 часов, мое тело там лежит, надо мне похоронить. И сын не понял, он был далеко от Тора, папа его не учил. Но у папа были такие זכויות, что он мог прийти в сон к ребенок. И он ему сказал, слушай, быстро встань и сделай все. Надо мне похоронить, это нехорошо ждать. Ты ждешь мое тело, это нельзя. Это мне больно. И там написано, что ребенок сказал ему, хорошо, папа, хорошо. И он сказал ему, подожди, подожди. Не делай для меня мицвот, что они греха, что это грех, не делай. Пожалуйста, не делай. Я хочу тебе объяснить, как делать для меня все правильно. Ребенок слушает, и папа ему говорит, ты скажи всем, что мои грехи, мои авон не рассказали, когда мое тело там лежит, и каждый хочет рассказать на меня вещи. Не надо рассказать, какие грехи я сделал. Это для меня удар. Это для меня большой грех. Не надо вспоминать вещи нехорошие, что я сделал. Пожалуйста, не надо разговаривать на меня ничего. Ничего. Только похоронить меня быстро. И пожалуйста, когда вы идете делать там кушанья, скажи им в этот слова, не бойся, кто кушает сейчас этот кушанья, для чего он кушает? Если вы голодны, это не место, это не ресторан, זה לא פונדק, הוא אומר לו שם בספר כתוב, זה לא פונדק, это не такое место прийти кушать, когда ты голодный. Кто сейчас будет кушать для мой папин душа. Так он пишет, да. Так он пришел к сону, ему говорит, так. Почему вы пришли? Если вы пришли мне уважать,
Если вы пришли поднять моя душа, мы это все делаем для Илюи Нишмат. Так если вы пришли для поднять душа, для уважать эту душа, пожалуйста, надо делать благословение перед это, что вы кушаете каждый вещь. ברוך השם, у нас тоже, ברוך השם, у нас до сегодняшний день есть хороший, умный, что они делают благословение на каждый вещь. Но написано там еще один вещь. После что они закончат кушать, что все читали Беркат Амазон. Это мне поможет очень. Это все для моя душа. Это благословение, что вы делаете там внизу, это будет тут наверх для моя душа. И в этот 7 дня, что вы должны сидеть, пожалуйста, привези много-много рабио, что они, этот рабио, сказки вам не дали, что этот рабио вернули там наши евреи бетшува. Слушайте, что написано. Почему? Почему так написано? Почему он так сказал ему? Потому что написано, Шломо המלך пишет, טוב בו אל בית אבל מאל בית משתה. Лучше прийти в такие места, где человек больной, а где человек умер, чем прийти в такие места, где свадьбы. Внутри свадьбы, когда ты идешь, ты не можешь оттуда вернуться бетшува. Ты можешь только спуститься бетшува. Когда ты идешь на такие вечера, что там все веселый, ברוך השם, ты там не можешь вернуться бетшува. Но когда ты идешь в такие места, זה סוף כל האדם וחי. Это конец каждый человек, что он приходит в такие места, он думает опять, для чего я пришел сюда? В конец я тоже, как он, уйду отсюда. Если там есть хороший раввин, что дает сильно в голове, и не там сказки им не делает, или там сейчас начинает обнимать и сказать, какой хороший он был, это нам не надо. Ты хочешь поднять душа? Ты хочешь поднять душа? Делай вещи для душа. Не делай вещи, что ты понравился кому-то. Не делай вещи для красота. Делай вещи для той душа. Принеси такие рабио, что они могут один вернуть бетшува. Для этой души ты знаешь, что написано будет? Что в этот 7 дней, после что я умер, за этот 7 дней один вернулся бетшува. Кого это зовут? Это זכות тот человек, что умер. Потому что если он не ушел бы от этот мир, не было 7 дней. Если не было 7 дней, это человек, что оттуда вернулся бетшува, не вернулся бетшува. Каждый мицва, что мы делаем, тоже после 7 дней, тоже после 30 лет. Каждый мицва, что мы делаем, это для нашей отец, это для нашей мамы. Если у нас уже нету бабушка и дедушка, надо сказать наш род. Арени мехавен лилуй нишмат, что этот мицва была для поднять душа. Моя бабушка или дедушка, или прадедушка, прабабушка, также для чужих. Этот мицва будет для поднять душа плони алмони. Этот настоящий мицва. Этот настоящий мицва. Написано еще в нашей книге, что Сколько душа плачет там наверх, мы не понимаем сколько. Сколько эта душа плачет там наверх, у нее уже тела нету. Сегодня дети ставят фотографии на могилу. Что это? Что это? Это самый большой грех. Нету грех больше, чем это. Написано, что целым тмуна, песен, ло таасе леха. Нельзя. Нельзя, это большой грех, нельзя. Нельзя. Спасибо. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. נלזיה את הבלשוי גרך. את הבלשוי גרך הסתכי בירו צוויתין המגילה. צוויתין המגילה. הנה לוביל לצוויתי, און לוביל צוויתי קרס נשתו את ה. ואני פנימייתי שאתה אוז'ה תלה נטו. תלה אוז'ה נטו. עשתה לי תוקה, עשתה לי סתוקה קוסטי. Остались только кости у человека, тела нету. Только душа остается. И душа где она? Она у Бога. Бог с ней решит, что делать. Если мы делаем грехи, Бог ее спускает. Если мы делаем мицвот, Бог ее поднимает.
Написано, что там ангели говорят, ты видишь эта душа, ты видишь, что ты оставила тут внизу? Какие ты оставила тут внизу плохие дети? Это твоя вина, потому что ты была обязана их учить и воспитать до Бога дорога, и ты это не сделала. Это твоя вина. И когда ты оставляешь тут хорошие дети, что делают мицвот, что говорят ангели к этой душе? Ты видишь, что ты тут оставила? Ты видишь, что ты тут оставила? За это, что ты такие дети оставила, ты сейчас поднимешься еще и еще и еще. Это настоящий мицва, это настоящий, это жизнь. Сегодня сколько вещей, что я вижу такие больно, уже как надоело, уже как каждый раз повторять и сказать опять и опять и опять, что это нельзя. Для кого вы делаете это? Для чего вы это делаете? Для показуха? Все, человек умер. Что ты еще хочешь показать? Что ты умеешь делать вещи большие? Что ты можешь делать красивее, чем у других? Что камень, что ты покупаешь для этого человека на могилу, он блестит больше, чем у других? Это что надо для этой души? Идите, смотрите. Пара дней тому назад Рав Овадיה יוסף, זכר צדיק לברכה, פחרני לי, שם מפרסטוי קאמין פסטאבל אימו. יבל תם בל סנג, יא תם בל ותת מגילה, שם מפרסטוי קאמין. דלה שם מבלשוי צ'לוויק. שטו? ביס פוטו, ביס ניצ'יבו, פצ'טי תם ניצ'יבו נפיסנה. איבו אימיה, צ'יסלו, и много вещей написано. И сегодня люди умирают, ставят его фото. Он каждую неделю цветы для шаббат принес. Что это? Что это? Что ты мешаешь ему? Не надо туда ходить много. Почему ты мешаешь? У него есть нефеш, не надо мешать. Если ты веришь, что ты ему делаешь, ты хочешь делать ему хорошего, делай мицвот. Соблюдай Тора как надо, держи Тора как надо, делай мицвот на него. Не, он идет моет камень. Если ты помыл камень, если ты помыл могилу, все, сейчас душа будет чистая. Что ты думаешь? Ты заходишь на какой-то баня? Ты думаешь, ему надо это вода? Что это? Это не наши законы. Это не наши законы, еврей, у него есть душа. Еврей после, что он отсюда ушел, все, все. Есть такие, что не понимают эту тему. Не понимают. Чужие законы, это лучше, чем наши законы. И они этот закон и так держат сильно, и наши законы не забили. Есть мицвот, что мы делаем, и это не мицвот. Написано, «Кол האוכל מעולמו», ללא ברכה נחשב גנב. צ'לוויק שטו קושי בית התמיר, איון בלגסלווניה נסדיר על פירי דטה, פרימר נוודה שסדה, מסדיר לי שהכל נהיה בדברו. אי פוסטי יטה נדה דלת פסלדנה הברכה, ברכה האחרונה, בורא נפשות. איס לי הקוש על חלב, איה סדיר המוציא לחם מן הארץ, נדה פעמית רוקי פירי דטה, אי פוסטי שטויה ברוך השם סיטי, אי אוז'ה יא פקוש על פקוש. кончил кушать, надо почитать Беркат Амазон, сказать спасибо Богу, что ты нам кушанье поставил так, Бог Хашем, у нас все есть, надо сказать спасибо. Если я не говорю спасибо, это написано на меня, что я как будто сейчас воровал от Бога. Я зашел к Богу домой, взял кушанье и убежал. Хас ве шалом, мы не такие. Мы не такие, хас ве шалом. Авраам Авину, я уже это говорю всегда, что Авраам Авину у него четыре двера были у Авраам Авину. И он дал всем кушать. И когда человек не сделал благословения, он ему сказал, слушай, все, что ты кушал, заплати мне. Ты должен заплатить за это. Как Авраам, почему ты так говоришь? Ты был такой добрый, дал мне кушать, а сейчас хочешь деньги?
Он сказал, нет, деньги не хочу. Но я не дам руку для этого, что человек будет воровать от Бога. Я тебе этот кушать купил. Я тебе дал. Да, это все от Бога. Это не я, я ничего. Мы אנחנו, מה אנחנו? Кто мы? Это не кто я. Но это от моей, это от моя рука вышла. Как я могу такой грех сделать, что от моя рука я тебе даю кушать? И ты спасибо Богу не говоришь? Это был Авраам. Авраам был весь эмет. У него все было ровно. За это написано על Авраам אבינו, Бог говорит, что Бог говорит Аврааму, ты мой друг. Сколько таких есть, что Бог им говорит, ты мой друг. Написано человек, что бегает туда и сюда, и туда и сюда, не похож на тот человек, что сидит дома или сидит на его место и учит Тора. Не похож. Это был Авраам אבינו. Авраам אבינו бегал тот, да туда, сюда, туда, на эту сторону, тот сторону, на этот район, на этот город, на этот город. Только для вернуть евреев бетшува. Авраам אבינו это был самый чистый человек. За это Бог сказал ему, ты мой друг. Ты не мой сын, ты мой друг. Друг это больше, чем сын. Я с тобой могу быть открытый, я с тобой могу... Ты мой самый хороший друг. Ты хочешь быть Бога друг? 100% надо быть честный, чистый, добрый и не бояться от людей. Не бояться от никого. Бояться только от Всевышнего, от Бога. Только от Него надо бояться. Есть такие бояться, что Он скажет на меня. О, что Он сейчас будет сказать? Что Он сейчас там сделает? Как Он на меня посмотрит? Кто Он вообще? Кто он? Он сам еще пара дней, пара часов, пара месяца, пара годами, он тоже уйдет отсюда. А кто тебе будет судить? Только Бог. От Бога надо бояться. Когда мы делаем мицва, надо думать, я сделал правильно или нет. После этой мицва будет греха или будет еще мицвот? Как я это сделал, правильно или нет? Когда ты делаешь мицва, лучше, что ты сделал ее и проверил, если это правда или нет, так надо или нет, чем ты ее сделал, и потом тебе Бог будет наказать на это. Ты думаешь, что ты делаешь мицвот? Ты думаешь, что если сейчас шаббат, ты идешь к кому-то домой, потому что он вчера потерял отец, и ты в шаббат к нему едешь, ты думаешь, что ты сделал мицва? Ты сделал самый большой грех. В шаббат нельзя плакать. שבת нам нельзя держать, чтобы бизнес тренер хас ושלום. Нам нельзя держать אבלות. И еще שבת все едут и сидят там, плачут. Какой у меня нельзя, это авон. Вы что делаете? Что вы делаете? Ты хочешь поехать? Обнять? Есть 6 дня. Почему на этот день, что этот день самый-самый высокий, самый важный? Что в этот день надо только быть с радостью, счастье. Это Бог один. Это Бог день самый хороший день для Бога. Он его выбрал от всех дня. Седьмой день. Написано на седьмой день, что вы знали. Написано на седьмой день, что это Бог сделал с нами как мило. Как брит мила. Как мы обязаны делать брит мила. Обрезание. Это обрезание между нас. Между Богом. И нас. Это наша брит мила. Надо думать. Перед это, что делаем мицвот, надо думать. Мы делаем этот мицвот, и после это что? Есть еще мицвот? За это у каждого человек, я вам опять говорю, должен быть дорога, что она правильная дорога. Что мицвот, после мицвот, были еще мицвот. Что от одна мицва, что ты сделал, будет еще миллиард мицвот. Когда это может быть? Когда человек делает мицва чистая, как надо, и проверяет ее. И когда он это делает, после его мицва есть еще миллиард мицвот без конец. Потому что после мицва есть еще мицва. И после мицва чистая есть еще 1000 мицвот чистые. И после грех, и после нечистой мицва есть столько греха. Так это в жизни, так это на каждую вещь. Если сейчас ты делал мицва или дал кому-то кушать, это мицва. Это мицва, но он не сказал спасибо Богу, это грех.
И потом еще грехи, 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 так на весь жизнь, в каждой вещь. В каждой вещь написано, нет такой вещь, нет такой вещь в жизни. Бог еще не видел такой вещь. Написано, что нет такой вещь, что человек сейчас хочет ехать куда-то в шаббат, и у него нету папа или мама, и он говорит, минуту, минуту. Перед это, что он машина включает, он говорит, рגע, минуту, это я сейчас делаю для мой папин душа, поднять его душа, и он включает машина, нет такой вещь. Нет такой вещь, потому что душа знает, что это грех ехать в шаббат. Нет такой вещь, что сейчас человек покушает лист благословения, скажет, все, что я кушаю как зверь, это будет для мои близкие этой душе. Для мой отец, для мой мама, это будет для них душе. Нет, нет такой вещи. Нет такой вещи, что перед это, что человек сейчас хочет делать какой-то грех, идет какая-то женщина, и он сейчас это делает, идет делать этот грех. Нет такой вещи, что он скажет, минуту, перед это, что я сейчас снимаю вещи, перед это, что я снимаю вещи, я хочу сказать, что эта вещь, что я сейчас иду делать, это будет для мой мамина душа. Нету такой вещи. Нету такой вещь, потому что душа, она знает и она чувствует. Если эта вещь это мицва, или это авера, это ошибка. Душа чувствует. И отсюда мы должны понять. Перед это, что ты делаешь какой-то мицва. Перед это, что ты делаешь что-то в жизни. У каждого человека должен быть раввин, что он идет в дорогу, Бога дорога. Нету у него игры. Что нельзя, нельзя. Что можно, можно. Он не боится от людей. Он не боится, что они скажут на него. Что они будут говорить. Как он будет выглядеть на их глаза. Как он будет нравиться им или нет. У него один вещь есть в мозге. У него один вещь есть в этот жизнь. Если я буду нравиться Богу или нет. Бог с этот будет... У него будет покой от это. Да или нет. Бог радуется с это. Да или нет. Такой был Авраам Авину. Авраам Авину зашел домой к его отец, зашел к его бизнес, и весь телевизор, весь интернет, весь галакси, весь айфон, весь айпад, весь это фотографии некрасивые, весь взял и поломал. Кто от нас может такие вещи делать? Кто такой может быть, такой еврей, что может сегодня зайти и делать? Это был Авраам Авину. Ваши первые, что от него все мы пришли, что мы все от него... אברהם אבינו בעזרת השם, אשתו את התורוק בועית לאת הדושה, את הפארן, את אזרבייג'אן, נשי ברת, נשי ברת לובים משתומי, וזה נהיית פסטדני דין דבר מפישים עדין דרוגום, עוד שם חרושי וישי, סלטקי וישי, ברוך השם, שתו יסתקי, שתו поняли, что надо починить, есть такие, как он, что понимает, что надо, обязательно надо что-то делать, что перестать с этот грехи, как надо сделать все правильно, как надо сделать все не для показуха, как сделать все правильно для нашей любимой, для нашей родителей, что для нас все сделали, как мы можем для них дать назад полностью чистая мицва, чистый мицвот как надо, как это честно им поможет и их поднимет. Потому что только мицвот поднимают душа. Только мицвот поднимают душа. И это что мы должны сделать в нашей жизни. Поднять наша душа. То, что наша душа тут, когда мы живы, надо поднять. Надо быть близко к Богу, близко к мицвот. И конечно, что после человек уже ушел от этот мир, конечно, что надо помогать. Помогать для этой душа. Помогать для них. Кто им поможет? Кто им поможет? Кто им даст помощь? Все. Написано, почему людей они больше, чем ангелы? Почему евреи это больше, чем ангел? Потому что у ангел нету испытаний, у ангел нету проверки, у ангел нету экзамены, ангел все, он ангел. У него нету сахар, у него нету онеш, он ангел. Но человек, у человека есть, он может выбирать хорошего или плохой, чистый или грязный, сладкий или горький. У человека может выбирать. Человек может выбирать починить. Человек может выбирать продолжать сделать ошибки. За это мы больше, чем ангелы. Мы больше, чем ангелы, потому что я могу дать Богу такую вещь, такой подарок, что ангел не может дать. Ангел не может дать Богу такой подарок, как я могу дать. И самый большой подарок Богу, это что Бог от нас попросил. И это тшува.
יהיה את התשובה, יהיה את אברהם אבינו, אברהם אבינו ויבל, אברהם אבינו ננבידי לי, אברהם אבינו נלובי לי, נו אברהם אבינו, און פיר ויגושתו וירנוסיה בתשובה הסתר לברי, יון פסיח תקסדיר, נפיס אנשתו אברהם וירנול בתשובה, ישרה וירנולה בתשובה. הדין ויש יבנס קשון הקניץ, רזניצה משדו אברהם מנוח, את הדין רזניצה היא בלשאי הרזניצה, נוח בלחרוש עברי בו גיבול יוביר, נו נוח נבירנול בתשובה, דל שידין עברי, כדה בוג את הדמיר, קונצ'ל את הדברי מעט הדמיר, אין הליבר ודין נווה סמיר, איבול המבול, נוח אסטרסיה סם, סיבו סימיה, נקטו נעדין תשושוי, נאסטרסיה סנים, נו אברהם אבינו, אברהם אבינו, וירמור בתשובה פסיך, אברהם אבינו בול תקוי, שתו בוג נניבו גברית, את הנדמוי סין, את המוי דרוג, איבית בוג הדרוג, את הבלשוי בלשוי זכות.